У болезни сердца и сосудов есть свои причины, указывающие на то, как жил и как живет человек. Если вы думаете, что причина находится не в эмоциях, тогда вы ошибаетесь. Болезнь сердца – это боль отношений, это отсутствие радости. Человек перестал любить и радоваться, он перестал ощущать этот мир любовью. Его жизнь превратилась в постоянное осуждение и критику. Возможно, он в прошлом получил эмоциональные травмы. Это может быть период детства или уже во взрослых отношениях. Его сердце переполнено болью, и чтобы еще больше не испытывать боль, человек закрывается от всего мира, от людей, и все больше и больше их в чем-то подозревает или обвиняет. Человек перестает развиваться, его боль ведет к замкнутости. Такие люди мало что отдают, а если отдают, то думают о том, чтобы не пропустить через свое доверие ситуацию или людей, которые бы вызвали еще больше боли в их сердце. Если диагностировать энергетическое поле человека, то это все можно увидеть. Боль человека, откуда она, как она связана с другими чакрами и органами, как глубоко распространяется боль и что она цепляет, какие процессы, психические или физические. Друзья, я провожу диагностику по фото в Instagram и на Telegram-канале абсолютно бесплатно для всех желающих. Для участия нужно подписаться на один из моих каналов и отправить свое фото мне в личку. Ссылка перехода ниже этого видео.